вашему дому пройти-то? С миром, брат. Я смотрю, в последнее время у вас съемка некачественно идет в плане резкости. Вот. Что у Володи, я не знаю, одна эта камера или обе у вас хромают в этом плане. То есть резкость теряется очень часто. Как это так получается, Игнат Тихонович? Вы не хотели бы исправить ситуацию? Еще же не исправить. Вот у меня глаз болит три года. Я бы хотел его исправить. А как его исправлю? Это когда повреждена, занесена инфекция. 3 года мучаюсь, а повредил собственным ногтем. Так и эта камера. Дешевле ее нету. Там 35 тысяч, сколько она стоит, я не знаю. Ну совсем это. И вот начинается, только привез я ее с ремонта. Там маленько прошло время, туманится. Значит, мне вот эту открышку-то нужно дважды открыть. А не всегда это успеваешь сделать. И потом я думаю, что она нормальная. А потом смотрю, букву-то вся затуманилась. Мне опять надо приблизить, удалить. То есть сам уже это начинаю что-то искать. Правильно все говорите, но как сделать? Это никак не сделать. Это если зубы выпали, а я хочу, чтобы ты жевал нормально. Нет зубов. И вставить не на что. Ну, может, кто-нибудь услышит, да поможет в этом плане. Знаешь что? Мой ресурс выработан. Пойти на это, не свои деньги, не знаю. Ну, если уже действительно человек имеет средства, и он для Бога делает, не для меня, тогда еще можно говорить. А так я не могу это принять. Это нужно всем, Игнат Тихонович. Много же смотрят каналы, черпают полезного. Тем более природа сейчас будет, там, Потеряевка. Интересно, дети там, ягоды, грибы там и все остальное. Вот они на плече носят эту машину большую, которая. Это ты знаешь, сколько она стоит или нет? Вот снимают, когда президента. Нет, ну дорогая, наверное. Ну слово дорогая, сколько? Ну сколько? Я думаю, несколько тысяч долларов. Десятки, может, тысяч долларов, не знаю. И если президента снимают. Ну там, они наверное... везде одинаковые, такие здоровые, вот показать вот такой вот, они, я не знаю, там около, наверное, 10 килограмм весят. Прямо на плече носят, а не в руках. Ну они так... разные сейчас, Игнат Тихонович. Ну какие бы они ни были. Сейчас но... техника такая прям, голова кружится. Ну недовольство еще что? Вот Володя снимал там бракосочетание было у Виктора. И вот камеру тягаете туда-сюда, это повороты где делают где-то. И это замечание верное. И тут мы ничего не можем сделать. А вот как-то смотришь, когда там у них как-то так мне это плавно переходит. Как плавно? Ты посмотрите, сколько камер установлено. Я когда коснулся этого дела, они установят камеры в разных местах. Но только так, чтобы камера камеру не показывала. А он ее переключает, она мгновенно в другом направлении сверху начинает снимать. У него да. Камеры везде расставлены. А тут одна. Допустим, увидели человека, если издалека сделать, самый дальний ракурс, ну тут понятно, она захватит больше и четче как бы. Ну, человек заговорил, надо лицо показать. А как я покажу? Я начинаю приближать, а приближая, оно все трясется, а надо на треножнике. У нас треножники есть. Если просто занятия идут, то на треножнике. Но когда я в дороге, какой треножник? Речь идет... Ну, снимают, борьба идет на ринге или где-то. У нас точно так же. Малые дети. Сейчас ребенок возник. Ты сам был, видел, как. Возникает какая-то ситуация, начинаешь снимать. Один выше, другой ниже, а другой в другом помещении. Ничего мы не можем сделать. Ни денег нету, ни этой возможности. Ну, не знаю. Ну, а если у вас же, у общины есть какой-то бюджет выделить? Никакого нет бюджета совершенно. Ну, как? Никакого. Ноль. Потому что это, ну как сказать, это, ну это нужно многим, тысячам буквально человекам, тысячам. Нет, это пустой как разговор. Это у нас как это пустой? Тогда вы просто с диктофоном ходите, зачем вам видео тогда? Ходите с диктофоном, допишите. Мы так ходили и записывали. Да, так и было. Но раз появился аппарат такой, значит, тогда начали снимать, видеть. А как? Вот какой-то бюджет. Я говорю, бюджета никакого нету, пустое место.
А потом, если и появляется где-то, то на такое дело, о котором батюшка сразу говорит, все невозвратное. Он внимательно слушает, где-то какая-то беда случилась, несчастье. В Белоруссии сгорел храм. Мигом собрали деньги, там были что, где-где. Еще приложили своих, и поехал человек, который отвез. Коснулось ехать на Украину, значит, нужно собирать кавалькаду, ни одна, может, машина идет. Закупать что в Донбасс. У нас на пустое не идет. Вот к нам заезжали библейское сибирское общество, Булатов Алексей Владимирович. И вот они говорят, идет перевод сейчас, перевод, ой, родские, это алтайцы, на их язык. Но надо переводить с еврейского, не с русского языка. Им организовали курсы в Санкт-Петербурге, они там учатся. И для этот язык, чтобы был родной, не русские люди, то учатся где-то. Но мы помогли, сказали, мы поможем, но только чтобы вы нам переводчиков показали этих, привезли. Хорошо, уехал, не привез и нету. И мы прекратили всякую связь. А почему? Ну, они нарушили договор. Мы с ним столько собирали, что меньше, чем шестизначная цифра никогда не была. И он говорит, вы у меня в помощниках, я единожды, вышли на первое место. А они по всей Сибири запрос делают. Вот деньги куда идут, если они бывают где-то. А учитывая, что мы с нуля строимся, государство даже дороги не делает. Вот этот участок от храма, от Игоря, где у него тут пересекает дорогу, ну, даже до храма не доходит. И низинку только пройти, там 100 метров с чем-то. Я заплатил из своего кармана 232 тысячи за гравий. 232. Не считая песок, не считая, что на это бульдозер работал. А бульдозер, если работает, каждый год вызываю, минимум 160 тысяч отдай. Тысяч. А вот за что я называю, где тысячи, деревня не платила ни рубля, ни разу. Какой бюджет? У них вообще ничего нету. Это я все брал на себя. А откуда у вас деньги? Понятия не имею. На какой вопрос я не отвечу ни под какими пытками. Они были, я вложил, зарыл в землю больше миллиона. Больше миллиона в эти дороги. А может быть, даже больше двух. И вот я слышу, все говорят правильно. Попроси, сегодня мне один священнослужитель звонил. Вот Володя просил талант колоть чурки-то, у него получается. Пусть бы он поучился где-то, чтобы правильно. Он, видимо, мой ролик смотрел. У Володи-то лучше. Он говорит, у меня точно так же туманится. Туман. У меня туман. Вот сейчас я гляжу, вроде бы ладно, лицо твое видать. Ну, такая аппаратура так делают. Не, ну это просто, ну, Игнат Тихонович, ну, не знаю, вот надо, ну, помолитесь, чтоб кто-то все равно пожертвовал, я не знаю. Потому что, ну, это многим надо, это же очевидно. Тут к бабке не ходи, как говорится. Вот. И желательно такая камера, которая, ну, вот, когда ты двигаешься, она балансирует, то есть... Можешь там скакать, прыгать, а картинка в итоге будет все равно статичная. То есть там уже сейчас специальная техника так делает, электроника, что балансирует. Вот когда арестовали Муаддара Каддафи, и там снимали, самая лучшая съемка, совершенно непонятно, вот так вот все переворачиваются где-то. У нас иногда бывает так, что ты где-то с чердака слазишь или ну, попал под такое, что тебя сшибли. Это так. Но у нас содержание. Главное, это содержание. Сильно требует-то как на это? Вот дайте денег или как? Не так знаю. Нет, ну я... Ну, вы благословите, я могу вот этот ролик там это... Ну, то куда-нибудь показать на каких-нибудь... на том же мужском движении. Помнится, они взяли ваш ролик про подкаблучников. И там многим он пришелся по сердцу и... ребятам, то вот на тот, например, канал попросить, может, они там как-то скинутся, там, я не знаю. И никак не нужны. Кто-то бы купил аппарат, чтобы... ну или купить и вам прислать так, что ли? Да, выходит так, так хорошо запаковать, чтобы не разбить его. Вот, со всей инструкцией и прочее, тогда можно будет думать. А так, деньги дай, подозрение, куда потратил, хотя я на себя вообще ничего не трачу. Не то, что ни копейки, ни рубля. А вот чтобы человек это знающий посмотрел, какой срок у него деятельности. И у нас не один аппарат нужен, а все время два.
Два. Мы в разных местах. И поэтому говорить, кто-то будет покупать нам, не знаю, Березовского нету. Да он не купил бы. Другой олигарх сбежал. Третий женился, ушел. Абрамович где? Ну, кто будет помогать? Я согласен со всем, что говорится. Но ничего мы не можем. Я иногда снимаю, стараюсь где-то опереться, чтобы стояло. У меня руки дрожат. Трясутся, говорит, руки от того, что мало сделали добра. Такое стихотворение есть. Я принимаю это все. А вы помолитесь так. Ну, как молиться? Сказать, Господи, дай мне аппарат, у меня язык не повернется. Я только прошу, Господи, чтобы ну, таланты наши не закопаны были, принесли добрый плод. Я думаю так, даже вот, ну, не... Ну, никак не вижу выхода. Так вот просто сразу... можно пример привести, когда вы были в советское время, когда вы занимались магнитофонизацией Советского Союза. По тем времен, на то время у вас была одна из лучших, или можно сказать, самая лучшая техника. Да. Представь, одной кнопкой у меня сразу срывалось 10 магнитофонов. И одной кнопкой останавливались. На скорости 19... Две дорожки в одном направлении, в другом. Ну, я оригиналы когда сделал уже. Да, работал вот он в студии. Надо закрывать было, в течение 2 минут все скрыто. Стучит, то в дверь зашел, нигде ничего нету. Даже КГБ. Вились, бились, бились. Ну, Игнатий Тихонович, у вас что-то тут в столе есть. Ну, как открыть? А там не ящики, ничего. А сделано так, что я сижу, стол нормальный. И поднимается, а под ним машинка. Украина-2. И как вытащить? Они попросили, чтобы я его вскрыл. Не могли даже вскрыть. У меня было где-то 5 тайников было. Кажется, 2-3 они нашли. Они же слышали, что я стенку-то долблю. Они все время караулили. Ну, а 2 не могли найти. Не могли. Да. Мне что сказать? Уповаешь на то, что содержание, что у нас есть. Какие вопросы-ответы? Они вот, когда говорят, я гляжу, там священники, которые я вижу уже такие, и Смирнов, там, Ткачев, такие известные, которые, они никогда не ответят ни на один вопрос им не ответить. Осипов там, никогда он не ответит, он не знает. А если говорит, я ответ его разбираю, и в нем нахожу 5 или 6 ошибок неправильных. Не знаю Писания. Они говорят, как будто... к нему пришли. Я с позиции захожу, что люди пришли не ко мне, а к Богу. Они у него вопрошают, знаю ли я, и дать Божий ответ. Вот какая разница-то? Я отвечаю во свете Библии. Они такие слова во свете Библии не произнесут даже, они не знают. Но ты вот последнюю слышал, в воскресенье я за обедом говорил. Еще нет. Ну ты видел, какие там... Еще не смотрел, Игнатий. Ну... Я, конечно, удивлен весьма... митрополиту, как его, Сергию, да, что он приехал после последнего вашего обличения вот, в крестовоздвиженской общине. Я думал, он уже после этого, ну нет, он приехал. А ты видел, как встречается? Он трижды целуется. Трижды. Уходит. Просто это какое-то удивление. Я очень сильно удивлен и в недоумении, что бы это могло значить. Это не то, что там как-то. Его лицо видать, улыбка, глаза, все светится. Я думаю, ну, просто это милость Божия, больше никак. И крестится правильно, старается руку достать, даже селом. Риза-то мешает, попона эта, она не гнущаяся. И поклон сделать, как и... Вот ты посмотри, литургию мы записали, сейчас 50, не пожалеешь, посмотришь. И другим дать, которые службу ведут, попы, пусть посмотрят, какой порядок, какая тишина, как архиерей, какие выходы. Все слажено так, как душа сама молится Богу. Я как раз причащался в этот день. Вот для таких моментов и нужна камера, хотя бы одна пускай будет. Ну, лучше 2, конечно, хороших. Там стабилизатор, я еще раз повторю, там кто услышит, чтобы стабилизировалась картинка, чтобы нет, она была... Нет, этого не будет, это нет. Она стоит, мне говорили, больше 1 000 000. Ну, нет, нет, Игнатий Тихонович. Да, это, ну, зачем такая? Это дом, это имение. Огромное стоит, она снимает там этих пикселей у него куча.
Нет, такую-то сильно зачем? Ну вот. Такую среднюю, я не знаю, кто там разбирается в этом. Которая могла бы не туманить хотя бы. Я вот записываю каждый день. События дня ежедневно. Каждый ролик. Вот сегодня у меня 18 роликов выставлено за день. Во-первых, здесь много, и этих накопилось. И при том ролики все, их нельзя повторить. Настолько они уникальные. Ну вот для этого-то и нужно. Это, я считаю, даже это грех. Такой действительно ценный материал, и снимать такой, таким инструментом, это неправильно. Как мне говорят, говорит, гвозди компьютером забивать. Вот сейчас Вячеслав этот, Семенов, он сильно помогает, смотрит, и вопросы какие, и картинки к ним высылает. И мы сейчас договариваемся, как, когда я уеду, там мне ничего не будет там в деревне-то, никак нельзя. Как дальше быть? Кто присылает что-то, я скачивал, и этого нельзя сделать? Как? Ну, через кого-то? Доверить надо, да, тому же, может, Вячеславу. Вот, доверить просто, потому что... Ну а как? Слушай, Виталий, ты Инстаграм этот начинал делать, то почему у тебя закончился? Это не я, это Дима, Дмитрий Лемеш. Это Инстаграм. А почему перестали делать сейчас этот... Я не знаю, Гнатий. А я не вообще его ничего не понял. Что это за Инстаграм? Что там? Одна страничка и еще. Ну там уклон на фотографии, да, какие-то короткие видео, вот и все. Еще. Но этим надо заниматься. Любой инструмент им надо заниматься, а просто абы как оно и будет так, ни о чем. Конечно, шоколадка в хорошей обертке, красиво. Но мне не нравится. Мне нужна обыкновенная мука, я замешаю на воде и испеку. Вот у него, вот YouTube у него свои преимущества, у этого, вот у Инстаграма свои, ВКонтакте свои, Facebook. Ну хорошо, там. А Инстаграм это какие? Поясни. Инстаграм? Там не снимать ничего нельзя, одна картинка и надпись. Почему? Там можно видео тоже делать. Там можно также делать прямые трансляции. Там они уже постепенно, они все друг друга подтягивают. И друг на друга становятся похожи. Но все равно есть у каждого индивидуальная какая-то особенность. Игнат Тихонович, это инструменты и очень серьезные. И вот если в них, ну, как сказать, входить и разбираться. Вот. То есть сейчас просто появляются профессии, настоящие профессии там, которые вот занимаются тем же Ютубом или Инстаграмом. Это человек с хорошей зарплатой, он занимается этим инструментом, там все делает и так далее. Так что... Нет. А еще хотел вопрос спросить. А вот вы какие-то выкладывали на английском стихотворения, если я не ошибаюсь? Но. А это перевод какой-то? Это вот это технически. А оно не складно, но смысл понятен хотя бы был. А чтобы складно было поэтически, это надо самому иметь такой талант и знать. Когда-то мне приходилось, еще до Геннадия Фаста, я вел занятия, и нужно было перевести, достать песню песней толкования. Не православное, протестантское, выбросить ненужное. Притом готическим шрифтом, такие вот буквами это все. И там стихотворение по-немецки. Я их перевел эту книгу, и стихи в стихотворной форме. А там на русский? Да. Это, конечно, любой его переводчик посчитал за находку. Ну, а когда уж отец Геннадий это сделал, это, теперь уже дальше идти некуда. Он по всем святым отцам прошелся. Песня песней. У него эта книга, это 800 с чем-то страниц. Я вот совсем согласен, какие замечания делают. Это так. Ну, дальше еще сделать. Если бы от меня зависело, ну, встань, пойди, там, как-то я могу, не могу, я пошел бы. А здесь я ничего не могу сделать. Ничего. Не, ну вам также ссылки-то можно давать на Яндекс. Вы там кому-то там, кто администратору, будете их пересылать, и она будет заливать, да? На YouTube. Я не могу посылать. Когда я уезжаю, я полностью отхожу. Вот, что-то вышел-то. Не, ну вы же заходите все равно в Skype по утрам. Я только захожу не по утрам, а ночью. Сейчас ну, ночью. Я только захожу снять замки.
А в администрацию я отсылаю жесткий диск, что за неделю набралось. А вы, Игнат Тихонович, да. Я понимаю, но вы можете ссылку этому администратору, ссылку в Skype или где она там находится, направить, или он, или она, не знаю. Взять и скопировать ссылку и ей также написать, и она перейдет по этой ссылке, скачает и также... Что скачает? Закачивать надо. Скачает, сначала скачает, потом закачает. Как она скачает, когда она мне не поставлена? Она не может его с рабочего стола взять. Я должен сначала... А нет, когда, например, тот же Вячеслав или я какой-то ролик сделаю, я же его закачиваю на Яндекс Диск, например, и вам ссылку даю. Вы также можете эту ссылку отправить? Или нет, как? Давай договоримся так. Если ты будешь где-то сотрудничать, ты пересылай Вячеславу Семенову. Угу. А он уже связан с администрацией. У него связь есть. А администрация тогда выставит и с картинками. Я знаю, как картинку менять теперь. Ну а дальше только я замок снимаю и все. Ну ладно, Вячеславу, так Вячеславу. На него выходи. Окей, хорошо. Если он так это скажет, и что тебя напрямую на администрацию не выведет, значит только через него. Да мне без разницы. Лишь бы они сделали, что я попрошу. Ну да. Вот, конечно, я ролик дал в разрешении в самом большом. Вы его взяли за... Я дал 1920 на 1080, а вы 1280 на 720 залили. Тоже как-то мне не очень. А какой? Ну, последний большой, который получился, 2 часа. Ну, так а если то, я его 18 часов закачивал, ты подумай еще. Ну, не надо было вам-то закачивать его. А кто? Надо было, ну, также администрации нет, отдать. Там тоже, говорит, аппаратура постоянно выходит. Ну, что я рано, могу сделать? Рано, скажи, рано. Что я могу сделать, если она 720, я на 360 ужал. Система. Ну, вот это и есть как бы... нежелательные моменты, которые не хотелось бы, чтобы они были, но вот так. Выбирать нечего, или так, как есть, или никак. У нас выбора вообще нет никакого. Что без ужатия, я не могу ни одного ролика поставить. Ни одного. Конечно, сразу меняется качество, все, но по-другому никак. Кто любит сильно уже Гурман, там сибаритствует, ему в другом месте идти, где-то надо искать будет. Да никто, Никак. Я не могу, вот как есть некоторые подписывают свой телефон, жертвуйте. Я еще ни разу не обращался на это, ни разу, и думаю, что я обращаться не буду. Что есть, сделаю, а нет, значит, и нет. Ну хорошо, Игнат Тихонович, я думаю... У нас огромный материал. Сейчас вот кто-нибудь откликнется. Вячеслав занимается вопросами, и там, которые приходят вопросы... И надо вместе, а сейчас мы не вместе. Я там не могу его даже никак. Я советы только могу дать. Как? Ну, я не знаю, Игнатик. Можно было бы организовать, но вы навряд ли будете этим заниматься. Я не играю в это. Но это не игра. Там есть островки, где связь более-менее есть. Но туда надо идти и потом... Это очень накладно. Ну вот так, вопрос такой, я так вижу его. Все. Сознаюсь, понимаю и желаю лучшего, но не сделать никак. И как-то мужики зашли к нам, и на YouTube. А мы вот это скачали. Я говорю, вы не могли скачать, это такой огромный материал. А мы скачали как? Ну вы технику не знаете. То есть он скачку делает, не ужимая. И, видимо, закачивает, и платит подходяще. Я даже удивился. У них кабельные. Да еще с какими-то там разрешениями. А у меня что? От телефона. Ну вы отстали лет на 10. Ну, а я еще могу сделать. Больше нет. В интернетной связи вот в этой. Да, отстал, нету ничего. Вот сейчас говорят, мне вот это вот надо там делать где-то. А я так прикинул. Какой материал? И на сколько лет? Да я и не доживу, говорю. Поэтому я делаю так, еще могу. Так, ну ладно, Игнат Тихонович. Ну все тогда. Обдумайте, все, спасибо. Сами делайте, я вам не препятствую. Я через Вячеслава буду делать.
Да. Ну все тогда, пока я не Все с знаю. Богом. Когда вы уезжаете, Игнатий? В субботу утром. Субботу. Чтобы у меня все размонтировали, тут пришли, а там смонтировали. Хорошо. С Богом отошел. Отошел. Спаси Христос. Алло.